Буквально через несколько минут в Ивановке в 35-й раз начнется музыкальный фестиваль «Сиреневая ночь». Это еще было в далеком 1983 году. В этом году в 35-й раз мы встречаем гостей. Несмотря вот на такую погоду, холодно, ветрено, дождливо, наши друзья, наши гости приехали в Ивановку. У нас город мастеров. То есть здесь вы можете увидеть, как делают горшки, как плетут скатерти, как ткут половички. То есть на любой вкус. Вот слышите сзади замечательный детский ансамбль «Пчелка» под руководством Надежды Яблоковой начал песенный флешмоб. Наши замечательные артисты из Саратова, Москвы, Воронежа, Донецка приехали, чтобы поздравить гостей Ивановки. Через полчаса на сиреневой сцене начнется новая программа. И все это закончится в 0:30 сиреневым фейерверком. Всегда знал, что такое Ивановка, что здесь написана подавляющая часть вообще музыки Рахманинова, но приехал, в общем, как я сейчас понимаю, довольно поздно. В 2000 году летом состоялся первый приезд, и вот с тех пор я здесь бываю каждый год, иногда по два раза в год. Хочется сюда приезжать, естественно, чаще и чаще. Помимо того, что это усадьба, это природа, это места, где Рахманинов, конечно, самое главное впечатление – это Александр Иванович Ермаков, человек, который это все воссоздал, который положил на это свою жизнь. Но вообще это человек, который одарен в самых разных областях. Он и строитель, и руководитель, и знаток Рахманинова, и музыковед, и музейный работник. Все что угодно. Я не знаю такой личности, но, наверное, бывают люди разносторонне одаренные, но вот человека, который посвятил не просто много лет своей жизни, а всю свою жизнь одному делу, таких людей немного, и это огромное счастье для Ивановки, для Тамбовской области, для всей России. Вы знаете, почему Рахманинов выбрал для своего кабинета вот эту комнату, осталось неизвестно. Это самая маленькая, самая темная, самая холодная комната из всех, какие вообще есть и во флигеле, и в доме. Меньше этой комнаты нет. Это из этого кабинета он напишет, Мария Тишигинян. «Ивановка – старинное имение, которое принадлежит моей жене. Я считаю его своим родным, так живу здесь 23 года. Именно здесь, давно, когда я был еще совсем молод, мне так хорошо работалось». Понимаете, и в дальнейшей его сытой,
зарубежной жизни, богатой зарубежной жизни, вот ему не хватало вот этого пространства. И когда вот мы начали восстанавливать дом, то первое, что мы начали делать, это, безусловно, восстанавливать кабинет Сергея Васильевича. Мы, наконец-то, сделали ремонт во флигеле. И сейчас дело за воссозданием экспозиции, то есть сделать кабинет таким, каким его видел Сергей Васильевич. Это Михаил Архистратик, это дар Ивановки Владимира Теодоровича Спивакова. Вот. И мы очень долго искали это иконы место. Вернее, она искала место. Вот мы в четырех местах пробовали. Хотите верьте, хотите нет. И только вот здесь она почувствовала себя на месте. На столе Сергея Васильевича, вы видите, его пепельница. Это подлинная. Рахманинов очень много курил. Здесь же портрет Петра Ильича и портрет матери. Единственный человек, который мог войти в этот кабинет, когда работал Рахманинов, это была теща Варвара Аркадьевна. Она выходила в кабинет и говорила: «Сударь, извольте пить воды, которые вам прописал доктор». Сергей Васильевич шел на кухню, говорил повару Адриану: «Ну где там твоя гадость, давай сюда». Выпивал и шел, работал. Никто никогда не смел входить в эту комнату, когда Сергей Васильевич работал. Потому что все понимали, что это работа. К концу 60-х годов от усадьбы почти ничего не осталось. И вот в начале 70-х годов здесь случайно оказался молодой студент из Казахстана Александр Иванович Ермаков, который захотел быть школьным учителем. Здесь была только что выстроена сельская школа вот на территории этой усадьбы. И уже став этим школьным учителем, Ермаков узнал случайно, ну, от пожилой женщины, которая тоже стала работать в этой школе, что это место для всего земного шара является тем местом, где Рахманинов создал, наверное, 80% своей гениальной музыки. Появление в Ивановке, это, конечно, было анекдотично. Значит, я приехал в Уварово, в райцентр, из Тамбова тогда ходили пригородные поезда, который таскал паровозик. Меня встретил представитель РАНО, ну, Василий Егорович Соколов. Я городской пижон в джинсах, тогда я здесь не было, в лакированных туфлях. Спрыгиваю с поезда, стою и думаю, а дальше-то что? Василий Егорович говорит: так, и куда ж тебя девать? Я говорю: вот туда. И показываю пальцем на его ноги в сапогах, где можно купить сапоги. Потому что ходить по Уварово в грязь это было практически невозможно. Представьте себе, расстояние 18 километров, мы ехали почти 6 часов. Промерзли, все разбредали по домам. А шофер Валентин Зверев говорит мне: слушай, а тебя куда? И тут до меня только дошло. А действительно, а меня куда? Я говорю: я не знаю. Он говорит: давай я тебя к бабшурке, у нее колхозная квартира. Я говорю: ну давай. Ну вот меня к бабшуре привезли. Я замерз просто дико. Вечером бабшура говорит: ты бы на печку залез, там... А я смотрю на плиту раскаленную, думаю: господи, ну что она говорит, как я туда, на раскаленный чугун, полезу. Она раздвинула шторку, а там вот горнушка, это ниша на русской печи. Я одел свои спортивные штаны и туда полез. Это было мое первое знакомство с деревенской жизнью, но я хочу вам сказать, что потом... Я на этой печи устроил филиал Гранд-отеля. Я туда провел свет,
У меня там был маленький столик, я работал там, сидел, потому что кирпич нагревается, и вот он не жжет, а он именно вот греет. Понимаете? Вот это было 4 декабря 1971 года. Потом я начал читать о Рахманине. А потом весной, когда снег сошел, я говорю: слушай, а почему в усадьбе пасут коров, пасут овец, коз? Это же усадьба Рахманиновская. А тут общество охраны памятников, Мусфонд и колхоз местный решили восстановить флигель, в котором жил Рахманинов. Никто работы не контролировал, ничего. Вы знаете, и вот честно скажу, то, что я стал заниматься Ивановкой и Рахманиным, это просто дурацкий характер и злость. Я злой был страшно. Я смотреть не мог, когда со стройки все тянут. А чтобы не пасли скотину, ну, доходило до бог знает чего. А потом флигель восстановили. Во флигеле была музыкальная школа. Ну, надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Я поехал к первому горкому партии. Александр Иванович Рябов у нас был. Вот. Он так внимательно выслушал и говорит: слушай, интересно, давай делать. Я в каникулы ездил, собирал. Тогда еще были живы родственники Рахманинова. Многое удалось у них выпросить для Ивановки. Но вот прошло еще 6 лет, и только в 1978 году в августе Ивановка была узаконена. Пребывание Сергея Васильевича, вот я за своей спиной 47 лет ощущаю. Понимаете, вот что бы я ни делал, я сижу на дереве, пилю этот сухой суп. Идут мужчина, женщина, они один раз прошли, второй раз прошли, третий идут. Мы, говорит, директора ищем. А я в шортах голышом сижу, этот суп долба. Я говорю: я директор. Она вот так очки принесла. Экзотические пошли директора. Я говорю: а что вас, собственно, не устраивает? И вдруг она говорит: да, собственно, мы пришли подарить вам книгу с автографом Сергея Васильевича. Понимаете? Когда удается его разговорить, феноменальный рассказчик. И истории про то, как привозили стройматериалы и как простые деревенские люди приходили их забирать себе, как он их караулил и стрелял из пугача. Изумительные истории про то, как он ходил по всем домам и в Ивановке, и в окрестных деревнях, и находил экспонаты, и по-разному. Иногда их как-то выкупал, иногда отбирал, иногда выменивал, чтобы эти вещи, которые были в этом доме, вернулись в этот дом. Это удивительная история. Я, честно говоря, не знаю ничего похожего ни в России, ни в мире. Вы знаете, как подписали мне постановление о узаконивании Ивановки? Меня первый старгарком партии вызвал и говорит: вот два документа. Вот твоя папка с проектами по Ивановке. Сейчас я еду в облсполком, подписываю решение о создании дома-музея тогда Рахманинова на правах филиала областного музея. Второй лист. Ты пишешь заявление в партию. Вот ты сейчас мне лист пишешь, заявление в партию. Я еду делать. Я говорю: а до завтра можно подумать? Он говорит: нет. Он говорит: нет. Вот сейчас ты пишешь заявление, все пошло в ход, я тебя поддерживать буду. Не пишешь — извини, до свидания. Я сел и написал. Это был единственный мой политический такой заход.
что бы мы ни сделали, что бы мы ни проводили, невозможно без дороги. Чуть дождик брызнул, все. Проехать невозможно. Тут приехала Ирина Константиновна, а что же делать, дороги-то нету. Она приехала, она так орала на первого секретаря, ну, Архипова себе могла это позволить. Через полгода нам дорогу сделали. Понимаете, Архипова приезжает, слушай, ну, восстановишь ты что-то, а дальше надо главное – среду. Ирина Константиновна вот позвонила, вернее, директору ботанического сада и говорит, вот я хотела бы дать концерт в ботаническом саду. Потом говорит, вы знаете, надо, говорит, вот там в Ивановке Ермакову помочь. Я говорю, я один не поеду. Ну, приду один, дальше что? Дадут мне три корешка, и я пойду. Она говорит, погоди, мы группу поддержки организуем. Позвонила Тамара Ильинична с Муслим Магомедовичем, вот такой компании мы заявились. Девчонки из ботанического сада, слушай, а как бы автограф на Магомаева? Я говорю, за три куста роз в лед. Я Ирина Константиновна стою, говорю, Ирина Константиновна, все, хватит. Она сидит на ящике, сверху на меня. Ты что, с ума сошел? Какой хватит, ты что? Я говорю, так 9 000 Волга стоила. Она, какие 9 000 Я говорю, да на 9 000 уже набрали. Тамбовская общественность предлагала, что ничего не надо восстанавливать, флигель восстановить, а Стеллу, здесь был дом, Стелла, здесь была дворовая изба, Стелла, здесь была беседка. Я говорю, простите, 24 строения, 13 беседок, 37 стел, это что, погост? Нет, я на это не пойду. И здесь в Ивановку просто влюбился Юрий Павлович Рахманинов. Он очень внучатый племянник Сергея Васильевича. Потрясающий человек. Вся вот генетика Рахманиновых налицо. Это в Юрии Павловиче Рахманинове. И он как-то приехал и говорит, слушай, ну что у тебя один этот флигелек? Я говорю, Юрий Павлович, а что? Вот, что? Надо, что вот ты считаешь главное? Я говорю, ну, главное, конечно, доминанта, культурный, хозяйственный центр усадьбы, это дом. Он небольшой домик. Давай делать. Начался ад кромешный. Москва за, Тамбов против. Заложили дом 18 июня 91 года. Юрий Павлович, он добывал доски, кирпич, блоки. Ну, все на свете, это только на нем. В месяц раз он обязательно бывал здесь, пару раз в месяц бывали его люди. Да, конечно, сейчас бы я не такой паркет сделал, безусловно. Но в то время этот еле достали. У меня учителя были хорошие. Меня, когда Нина Борисовна Жукова, замминистра культуры, привела к Семену Степановичу Гейченко, Гейченко говорит, сколько лет? Я говорю, 23. На 3 года опоздали. Думаю, старый ты, куда можно опоздать 23 года? А вот теперь жизнь сам прожил и понял, что такое дело в одну жизнь никогда не сделать. Я у Гейченко хожу, я им говорю, ну вот что-то, вот тебя в литературке раздолбали за то, что ты на Савкиной горе какую-то часовню забабацал. Ну не было ее тогда. А он говорит, а я, говорит, как кот, хожу и территорию мечу. Я это намотал на ус, приехал и погнал хоть чуть-чуть где-то как-то территорию закреплять. В 90-м году отбился, а в прошлом году у меня 3 участка оттяпали. Спасибо друзьям, помогли выкупить и вернуть усадьбе. Понимаете? Поэтому с землей проблемы у всех музеев, усадеб и музеев-заповедников. Знаете, в каждую эпоху есть люди, которые просто идут вперед, воплощают свои идеи, мечты, нужно бороться с этим отношением, что человек, который жаждет сделать что-то новое и действительно сделать культуру тем, что будет вот каждодневным явлением, вот это, вот, мне кажется, самая главная трудность. И вот то, что Ермаков при всей сложностях, он воплощает свои идеи, что здесь происходят праздники, здесь происходят концерты, все-таки происходит строительство
то сейчас это называется «Дом культуры на селе». Это все сложно, но это долгая история. Это у меня вызывает просто восторг. Я бы не мог быть таким, но вот просто наше счастье, что есть такой человек. Сирень – любимый цветок Сергея Васильевича Рахманинова. Именно с началом цветения сирени в Ивановке появлялся Сергей Васильевич. И помните, как в стихотворении Бекетовой «Поутру на заре, по росистой траве я пойду свежим утром дышать». Когда друзья Ивановки узнали о любви Сергея Васильевича к сирени, они нам и привозили сирени очень много, и, значит, дарили нам сирень. Ну вот мы, я повторяю, постарались вернуть в Ивановку сирень. До появления Луганского играли многие. Но, понимаете, это все были эпизоды. А вот Луганский вернул в Ивановку главное – это музыку. Мы, люди, понапридумывали, Бог знает чего, чтобы разделиться. Мы придумали границы, мы придумали языки, мы придумали религии, если хотите. Понимаете? И все нас разъединяет. Вот чтобы разъединиться, люди понапридумывали столько, что просто иногда страшно становится. А вот чтобы объединить, Всевышний послал людям только одно – это музыку. Вот музыка, она объединяет всех людей.